В средствах массовой информации прошли сообщения о том, что Дворкович не был допущен в резиденцию к президенту Путину. Я думаю, что в данном случае СМИ излишне политизируют. У нас в Государственной Думе тоже действует Федеральная служба охраны. Они действуют очень строго в соответствии с законом, в соответствии с теми порядками, которые у них есть. И любое отступление от этих порядков, оно недопустимо, потому как это вопросы безопасности. А вопросы безопасности в сегодняшнее непростое время, прежде всего. Поэтому в данном случае может быть какая-то недоработка отдельных чиновников. И политизация вопроса, я думаю, что здесь излишняя.